СПТВ представляет! Кто это у нас? Это что за чудик? Я не чудик, я чучел. Я сплю. Ребята, давайте мы разбудим этого чучела. Он дерется. Отстаньте от меня, дайте еще хотя бы часок поспать. Налей водички. Нет, не надо мне водички, я спать хочу. Как хорошо, я сон вижу. Это уже 9-й сон. Выплюнься, иди отсюда, ты что? Все, разбудили, негодяи. О, он любит Мишеньку, а поделишься со мной? Пора бы позавтракать. Отдай! Монстр рука, отдай мне мою вишенку, это мой завтрак. Это что за рука? Это моя рука, я тебе просто так вишенку не дам. Эй, пусти. Это что, сон? Или это реальность? Ребята, а вы как думаете, это сон или реальность? Пишите комментарии. О, вишенка. Ты кто такой? Ты кто? Это Кекил, твой дружок. Он тоже любит вишню. Кекил, уйди, моя вишня. Никто не станет на пути к моей вишенке. Кекил решил у чучела украсть вишеньку. Тебе не удастся. У меня тут есть подсказочка. Сейчас я на нее нажму и узнаю, как мне поймать мою вишенку. Отдайте вишню, я тебя обхитрю. О! Эй, Кекил, смотри! Чучел украл вишеньку! Не украл, а забрал свою. А теперь попробуй догони. Опять эта рука, так нечестно! Ребята, а вы знаете, что это за страшная черная рука? Я не знаю. О, моя вишенка теперь на дереве растет. Ура, сейчас достану. Как достать вишенку? Не могу допрыгнуть, высоко. Чучел, а ты возьми крылья. Крылья? А где их взять? Идея! Сейчас я это сделаю! Ура! Ой, не отрывается! Ее что, приклеили? Осторожно! Осторожно, ты оторвешь дерево! Чучел, ты что делаешь? О, нет! Чучелка под деревом! Как добраться до вишенки? Лишь бы добраться до вишенки! Кекил тут как тут! Смотрите, что делает Кекил! Он дарует вишенку чучела! Не дам! На тебе! Я тебя догоню все равно! Хоть с деревом, хоть без дерева! Ай, такие забавные чучел и Кекил! Это еще кто? Лишь бы он не мешал мне мою вишенку догнать! Это что за кастрюля супа с ногами? Ребята, а вы знаете, кто это? Напишите нам в комментариях. Мне это напоминает яблоко. А вам что напоминает этот странный персонаж? Ребята, а вы заметили, что чучел называет свою вишеньку Гензибаб? Гензибаб? Эй, яблоко, ну-ка отдай мою вишенку. Ты что, ее съел? Отдай. Что у тебя там, пружины какие-то, игрушки, вертушки? Сейчас я тебя съем, и ты мне вишенку отдашь. Ребята, как вы думаете, что это за странная кастрюля, которая проглотила вишенку чучела? Я вижу, там есть моя вишенка, она плавает и меня ждет, дожидается. Давай! Эй, смотрите, он дал вертушку! Вау, чучел, смотри, чтоб тебя не сдуло! Сдувает, бесполезная штука! Она мне не помогает, моей вишенке! Может, Кекил мне поможет? Давай помочь! Что? Он роет яму? Зачем? Что сейчас будет? Как это мне поможет? Зачем этот знак тут стоит? Эй, чучел, ты что задумал? Осторожно! Я думаю, вскрыть это яблоко. И может быть так получится забрать вишенку. Добровольно он отдавать не хочет. Значит, нужно штурмовать силой. Упс. И что теперь, чучел? Это рычаг.
я пытаюсь открыть это яблоко, эту кастрюльку, или как еще ее назвать? Ой, руки растянулись. Ну что, чучел, ничего не получается. Видимо, все, остался ты без вишенки, смирись. Нет, отдай яблоко вишенку. Ва-да-да! Ты противный, отдай. Я открыл яблоко, вишенка моя будет. Ха-ха, это что за вечеринка? Что это такое? Очень-очень смешно. Но пора забирать вишенку. Это все из-за вишенки. Кекил с чучелом дрались-дрались, и вишенка улетела. Это что еще за чудо-юдо такое? Это желешка. Лишь бы она не съела нашу вишенку. Как ее забрать с этой желешки? Она пульсирует и просто как батут для вишенки. Что? Вишенке нравится зеленая желешка? Ого-го! Да все любят вишенку! Красную, сочную, спелую, вкусную вишенку! Ой! Что со мной эта вишня сделала? Она сделала из меня такую же желешку, только черную. Я теперь батут для вишни? Нет! А Кекил тут как тут снова упер вишенька! Кекил злой. Кекил похож на какую-то блоху. А я хочу вишенку. Помогите мне, друзья. Ну что вы тут стоите? Побежали. О, вы летать умеете? Что ж вы раньше не сказали? Вау, это что, какая-то желейная страна? Они смешные. Кого-то они не все напоминают. Ребята, кого они вам напоминают? Такие цветные. И, может быть, на M&M's похожи? Или на облачко? О, какой огромный! Это что за чудо-юдо страшное? Это тоже желешка, только она большая. И мы в нее врезались, сейчас она чихнет. Ух, не может нас... О, спасибо, желешка, ты нам помогла. Только мы теперь упали куда-то. Где мы? Главное, вишенка со мной, а остальное не важно. Ребята, у чучела любимая вкусняшка это вишенька. А у вас какая любимая вкусняшка? Можете написать в комментариях. Оу! Там черная вишня внутри. Вот это да. Это бомба? Я думала, это косточка. Это бомба? Странно. Что за подозрительная штука? Чучел в шоке. Отдай. А вишенка целая. Смотрите, вишенка нас взорвала, а сама целая осталась. Приключение. Это не приключение чучела. Это приключение вишенки. Ну, это приключение чучела и его любимой Гензи Баб. Это что? Что за панцирь? Что? Там жила гигантская улитка. Как она там помещалась? Она очень дружелюбная, но навязчивая. Какие странные глаза у этой улитки. Один короткий, другой длинный. Нам нужно ее вновь разбудить. Ух ты, медали, награды. Она кушать хочет? Она хочет пончик. И даст нам медаль за пончик? А где нам его взять? Ой, да здесь какое-то испытание нас ждет. Что это? Нет, чучел, не ходи. Не ходи, этот свет очень странный. Куда мы попали? Это какая-то огромная бомбочка. Она сейчас бомбанет. Опасно. Ну а что делать? Я хочу награду. А за награду получу вишенку. Нужно прыгать, тушить этот факел. А еще вишенка. Молодец, чучел, ты получил награду. Она дает какую-то тебе витаминку странную. О, я теперь супер сильный. Супер витаминка. Спасибо. Теперь я могу достать свою вишенку. Осторожнее, чучел, не перестарайся, не раздави вишеньку нашу. Так, нужно покрутить и опустить ее вниз. Эй, улитка, ты только не трогай мою вишенку, она моя. О, помогите, как мне быть? Руки-то не растягиваются.
Чучел, что случилось с твоими мега-руками? Они упали. Я теперь сам по себе, а руки сами по себе. Ну вот, вишенка. О, руки новые выросли. О, рука противная. Всегда не в подходящий момент появляется. Кто-то еще любит вишенку. Забрали вишенку и дали Кекила. Кекил теперь мой друг. Придется нам с ним дружить и любить друг друга. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось. Найс ПТВ, ты подпишись скорее, друг мой. Потому что Найс ПТВ весело ставить лайки.